Я вошел в кабину, сел, кресло подогнал, пристегнул ремни, напялил гарнитуру. Вот опять передо мной торчит штурвал, сидит инструктор мой, какой-то хмурый, даю добро. И я без лишних слов рулю, и вот мой самолет на старте. К полету я морально не готов. Ну да ладно, после контроль по карте. А инструктор до сих пор слова не сказал, смотрит так и все молчит, что это с ним творится. Плавно, плавно на себя я беру штурвал. Ничего, сейчас он у меня разговорится. А самолет, как очень вредный бык, все норовит то вверх, то вниз, то вбок. Ну, наконец-то, вот он первый втык, за то, что скорость выдержать не смог. Я потом еще чего-то сделать позабыл, а инструктор оживился, веселее стал. Он мне столько всяких разных слов наговорил, о которых раньше я и не подозревал. Он говорил про это и про то, и даже чью-то маму вспоминал, и все не мог понять, ну кто же кто меня к нему на голову послал. Дальше больше и с меня вот течет рекой, и уже не слышно, что в эфире говорят. Да кто же мог подумать, что болтливый он такой. Напросился я, вот теперь и сам не родной, его уж не остановить и громкость не убавить, вот беда. Я думаю о том, как до земли дожить, сейчас все остальное ерунда. Слава Богу, наконец-то завершен полет. А меня хоть выжимай, до того я мокрый, а инструктор мой охрип, больше не орет. А он как молчит, всегда такой родной и добрый, шатаясь из кабины выхожу. Прости меня, инструктор дорогой, я отдохну, в салоне посижу, пускай тебя послушает другой.